Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! Это День воинской славы России. Библиотека Архангельский литературный музей предлагает вам послушать музыкально-поэтическую композицию «Память сердца», посвященную всем ветеранам, мужественно сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны за честь и свободу Родины, самоотверженным трудом, крепившим оборону и тыл, вынесшим на своих плечах тяжелейшие испытания, какие когда-либо выпадали на долю человека. Композиция посвящается и тем, кто проявляет мужество и героизм и в наше время, защищая любимую Родину. Вы услышите стихотворение Константина Симонова «Жди меня», стихотворение Булата Акуджавы «До свидания, мальчики» и авторское стихотворение Татьяны Рудной «Блокада». Для вас прозвучит песня «Фронтовые фотографии», слова и музыка Юрия Висбора в исполнении автора-исполнителя, неоднократного лауреата конкурсов авторской песни Андрея Павилайтиса. Также предлагаем вам познакомиться со списком произведений о Великой Отечественной войне. Константин Симонов, «Жди меня». Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тот. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино на помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня, ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Булат Акуджава. До свидания, мальчики. Ах, война, что ты сделала, подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли. За солдатом солдат. До свидания, мальчики. Мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите, но все-таки постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ты подлое сделала, вместо свадеб, разлуки и дым, наши девочки платьица белые раздарили сестренкам своим. Сапоги, ну куда от них денешься? Да зеленые крылья, погон. Вы наплюйте на сплетников, девочки. Мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки, девочки. Постарайтесь вернуться назад. Кричал от боли гордый Ленинград, и плакала его душа невольно, приумножая холод во сто крат,
И даже солнцу в небе было больно. Бомбежка, смерть, холодная зима, прощание с любимыми навечно. Сгущалась все сильнее злая тьма. Казалось всем, что сумрак длится вечно. Но выстоял мой светлый Ленинград. Несломленный и гордый он не сдался, приумножая силу во сто крат. И в наших душах тот огонь остался. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе бы в последний раз. Кто-нибудь потом глядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой. И остались годы эти в униброме, в бром-портрете, фотографии на память для отчизны дорогой. Для отчизны дорогой.